У нас есть две обычные карты и есть монетка. Сейчас мы накроем эту монетку картой, а это пустое пространство накроем также картой и смотрите, что будет происходить. И у нас монетка переместилась на это пустое пространство. Зрителю мы можем отдать на проверку две эти карты и саму монетку, то, что у нас всем обычная.